Если хочется побаловать членов своей семьи каким-то десертом, а на ум ничего не приходит, тогда воспользуйтесь этим рецептом. Получается суфле очень оригинальным, воздушным и вкусным. Готовить такую вкуснятину проще простого, так как достаточно просто очень хорошо взбить белки. Куриные яйца обязательно должны быть свежими и при отделении белков от желтков проделывать эту процедуру следует очень осторожно. Мед – 1 чайная ложка. Мука – 1 столовая ложка. Яйца куриные – 2 штуки, только белки. Количество порций – 1. Подготовьте ингредиенты. Отделите предварительно белки от желтков. Миксером взбейте белки в крепкую и пышную массу. Добавьте к ним мед. Теперь продолжите взбивать белки вместе с медом еще 2 минуты. Всыпьте муку. Хорошо все перемешайте. Выложите массу в подходящую форму для запекания. Отправьте его в разогретую до 190 градусов духовку на 15-20 минут. Медовое суфле готово. Приятного аппетита!